В преддверии самого значимого и великого праздника – Дня Победы, сотрудники отдела краеведения подготовили для вас заочный краеведческий кинолекторий «Война вошла в мальчишество мое», предусматривающий самостоятельный просмотр художественного фильма «Рядовой Александр Матросов» советского режиссера, уроженца Донбасса Леонида Лукова. Леонид Давыдович Луков родился 2 мая 1909 года в Мариуполе. Именно в небольшом портовом городе юноша сделал первые шаги в мир творчества. С юных лет Леонид интересовался журналистикой и зарождающимся искусством кинематографа. В начале прошлого столетия на центральной улице Мариуполя было 2 кинотеатра, или, как их тогда называли, иллюзиона. Для того, чтобы иметь возможность смотреть фильмы, наш земляк, страстно влюбленный в кино, носил коробки с лентами из «Гиганта» в 20 век, обеспечивая тем самым демонстрацию одной и той же картины на 2 экранах практически одновременно. Позже, в статье «Как я стал режиссером», Луков напишет: «Мне вспоминается дом, в котором я родился, улицы, по которым бегал босиком. Ровный шум морского прибоя и степи, дали просторных донбасских степей, куда меня тянуло всю жизнь неудержимо». А пока Леонид Луков получает образование и параллельно работает корреспондентом газет «Наша правда» и «Кочегарка». Свою деятельность в киноиндустрии Леонид Луков начал в 1927 году как автор сценария к фильму «Ванька и Мститель». Через 3 года снял свой первый фильм «Накипь», что послужило отправной точкой становления Лукова как кинорежиссера. На протяжении многих лет своего творчества кинорежиссер так или иначе возвращался к теме тяжелого шахтерского труда, к родному краю, к великому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В 1947 году на киностудии «Союздетфильм» Луков снял героико-патриотический военный фильм «Рядовой Александр Матросов». Кинолента повествует зрителю о славной жизни рядового 254-го гвардейского стрелкового полка Александра Матросова. Повинуясь внутреннему порыву, юный Саша отправился добровольцем на фронт, чтобы защитить родину от немецко-фашистских захватчиков. Во время несения службы был назначен исполняющим обязанности командира отделения и в ответственный момент боя закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, давая возможность своим товарищам атаковать укрепленные позиции врага. Подвиг Александра Матросова неоднократно был воспет в литературе и киноискусстве. По праву стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к родине. За подробной информацией о жизни и творчестве донбассовца, кинорежиссера и сценариста Леонида Лукова обращайтесь в отдел краеведения Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Надежды Константиновны Крупской. Кинокартина находится в свободном доступе сети интернет. Приятного просмотра!